Дом построен из теплой керамики. Утепляем базальтовый минерал ватной плитой. Басвал 140 кг на кубометр, толщиной 100 мм. Вот как выглядят изначально стены, где вкладыши из экструдера. Там монолитные пояса различные проходят, утепленные. Здесь будут открытые балконы. Как видите, гэшки. Для того, чтобы гэшки нормально встали, аппликация. Потому что помимо гэшек нужно еще разбежки делать. Поэтому, видите, вот такие вот аппликации интересные. Из-за кратности размеров минеральной ваты. Из-за того, что окна в разных уровнях. Перевязка по углам дома. Минеральная вата приклеится, наклеится резит 100-180. Вот опять аппликация. Откосы будут утепляться базальтовой минераловатной плитой толщиной 50 мм. Начинаются работы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Счастливо вам. Если что, пишите, задавайте вопросы.